Сколько нужно самолетов и вертолетов? Правительство России рассчитает потребность авиакомпаний в новых крылатых машинах и возможности авиастроителей для составления госзаказа. Подсчеты проведут на ближайшие 10 лет. Коснется это в том числе и крупнейшего производителя нашей республики – Улан-Удэнского авиационного завода. Его производственная программа на 2/3 сформируется за счет экспортной составляющей. А оставшаяся вот 1/3 по итогам 2020 года – это как раз продукция, которая уходила на внутренний рынок для крупнейших там, государственных компаний. И вот такое решение повлияет нам прогнозировать деятельность завода на, ну, как заявил президент, на 10 лет. По итогам 2020 года объем производства Улан-Удэнского авиационного завода оценивается в 49 миллиардов рублей. План на этот год – увеличить мощность на 40%.